В связи с участившимися случаями пожаров в регионе, сотрудники МЧС решили посетить ивановские школы. На открытых уроках по пожарной безопасности инспекторы рассказывают детям о том, как не допустить возникновения опасных ситуаций и к каким последствиям может привести шалость с огнем. Также ребята узнают о том, как правильно вести себя, если пожар все-таки возник, учатся пользоваться огнетушителем и средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время такие уроки проведут во всех школах города. Данные уроки инструктажи по мерам пожарной безопасности проводятся в рамках месячника пожарной безопасности в городе Иваново, не только в школах, но и в объектах социальной сферы. Инструктажи граждан проводятся на предприятиях и в организациях. В связи с тем, что в Иванове сейчас рост гибели людей на пожарах,